Привет всем! Жители каждой их эпох были убеждены, что именно их время является самым прогрессивным по части технологий и изобретений. Но технологический прогресс развивается невероятно быстро, и многие изобретения прошлого становятся неактуальными. Смотря на них, появляется мысль о том, что это просто реквизит из старого фильма о далеком будущем. Давайте посмотрим подборку странных и удивительных технологий из прошлого. Электрический узкоколейный мини-поезд, установленный для контроля скорости движения. Тоннель Холланда, США, 1955 год. Рельсовый цепелин и паровоз у железнодорожной платформы. Берлин, 1931 года. Камера Kodak K24, использовавшаяся американцами для аэрофотосъемки во время Второй мировой войны. Царь-танк, 1915 год. Его разработали в 1914 году, но вскоре танк был признан непригодным для использования в условиях боя после испытаний год спустя. Самый старый в мире сохранившийся гидрокостюм 1860 года. Антарктический снежный крейсер, который должен был отправиться к Южному полюсу 1939 года. Внутри этой машины находились жилые помещения и лаборатории для 5 ученых. Но, увы, в самый последний момент выяснилось, что крейсер не имеет сцепления на снегу, если не движется задним ходом. В крейсер так никуда и не отправился. Продавец моторизованных роликовых коньков в Калифорнии 1961 года. Британская пара спит в убежище Моррисона. Устройство использовали люди, не имевшие погребов, в случае разрушения их домов во время бомбардировок в годы Второй мировой войны. Эта спальня-клетка спасла немало жизней. Ford Model T с дополнительным комплектом для высокого уровня воды. Трехколесный велосипед, построенный в США для рекламы шин. Руль в автомобиле Maserati Boomerang 1972 года. Телефонная вышка в Стокгольме примерно с 5500 телефонными линиями. 1890-е годы. 300-летний библиотечный инструмент, позволяющий держать открытыми одновременно 7 книг. Переносная сауна, 1962 год. Лодка для серфинга с мотором, 1948 год. Летающая платформа, 1966 год. Жалюзи на очках, 1950 год. Робот-автоответчик, 1964 года. Ставится рядом с телефоном, поднимает трубку, произносит сообщение, записывает сообщение от звонящего. Обувь для прогулок по воде, 1962 год. Очки-телевизор, 1963 год. Робот-кот 1963 года для отпугивания крыс и мышей. Робот умел мяукать и моргать глазами. Внешняя духовка-гриль для индюшки 1966 года. Вездеход, он мог спускаться по склонам с уклоном 65 градусов, 1936 год. Лимузин Джея Арберга. Робот-полицейский, 1967 год. Деревянный шлем-изолятор, который помогал человеку не отвлекаться во время работы, 1925 год. Портативный телевизор, 1967 года. Коляска с радио, 1921 года. Одноколесный мотоцикл, 1925 года. Водный велосипед, 1932 года. Библиотека отпечатков пальцев, 1944 года. Кузнечный пресс на германской фабрике Краб, 1928 года. Делитесь мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лукас вверх. До новых встреч, мои хорошие!